Я всех приветствую на своем канале «Лучшая Греция». С вами я, Ирина, и сегодня мы в качестве приглашенных присутствуем на венчании коллеги Костаса. Венчание проходит от Волоса, километров 20, я точно не знаю, Велестина называется деревня. Очень прекрасная такая деревенская церковь, здесь не жарко, свежо. Посмотрим, как все будет проходить, а потом у нас будет застолье в 10 вечера. Венчание начинается в 18:30. Это вид на деревню Велестина. Уже заранее подготовлены сладкие подарки, которыми будут угощать при выходе из церкви после венчания. В основном это безе, не портящиеся пирожные, бонбоньерки. И каждый гость обязательно заходит в церковь и ставит свечку. Первый всегда приезжает жених, в руках у него свадебный букет для невесты и его родители. Как правило, все гости приходят без цветов. Здесь не принято на свадьбу дарить цветы. Очень много приглашенных. Невеста приехала на лошадке, в карете. Стефан, 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 Стеф
По окончанию венчания все гости получают подарки сладкие, бомбоньерки. Мы тоже не исключение. И идут в церковь поздравлять, желать здоровья, долгих лет жизни совместным молодоженам. Также все получают по пакетику риса, которым сейчас при выходе из церкви молодожен будут их осыпать. Погода нам очень повезло, за городом не жарко, здесь тенек, 28 градусов. Время около 8 вечера, и мы приглашены в ресторан на 10 часов вечера на ужин, поэтому сейчас с коллегами Костасом мы где-то посидим в кофейню в деревне. Венчание закончилось, и мы приехали в центр деревни, попили кофе, кто что. И здесь вот такая активная жизнь у них, бесконечное количество всяких столиков, и живая музыка, и неживая. И в 10 вечера у нас начинается застолье в ресторане. Будем отмечать свадьбу. Тут поздно очень ужинают все. Приехали в такой ресторан красивый. Ну тут столько машин, соответственно, очень много людей. Ресторан находится на окраине деревьев Велестина. Очень-очень красивое место. Охарактеризовано как 5 звезд. Здесь находятся банкетные залы в закрытом помещении и открытое помещение. Застолье будет происходить не в помещении, на улице. Приглашенных очень много, порядка 400 человек. Надо будет потом узнать точную цифру. У всех свои пригласительные визитки, которые были у нас вложены в конверт с пригласительным. И у каждого свой столик и коллективы по интересам. Например, мы будем сидеть два больших стола круглых, по 11 человек, все сотрудники и коллеги Костаса. Масштаб, да, свадьбы? Экзитер программа?
Еда здесь порционная. Сначала нам подали мусака, греческое блюдо, потом салатики греческие и марули, листья салата. И горячее блюдо было три вида на выбор. Я выбрала бештеки. Далее я выключаю оригинальную музыку, чтобы мое видео YouTube одобрило. К сожалению, потому что очень торжественная, красивая музыка, и вставляю не оригинальную музыку.